Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Nissan Juke 2012 года выпуска с бензиновым двигателем 1,6 литра, коробкой вариатор, пробег на автомобиле 105 тысяч километров. Клиент у нас был ранее в техническом центре на диагностике ходовой части автомобиля, технические жидкости, ну и полностью осмотре автомобиля. Ну и сейчас приехал к нам в ремзону отремонтировать свой автомобиль по нашим рекомендациям. Мы меняли задние тормозные диски с колодками. На старых был большой износ. Также выполнена профилактика направляющих суппортов. По нашим рекомендациям требовалось заменить рычаги передней подвески. На старых рычагах были надрывы на сайлентблоках. Поменяли приводной ремень, также опору двигателя. Ну и при диагностике вывели еще течь радиатора системы охлаждения. Радиатор тоже установлен новый. Сейчас машина в процессе прогрева. Также поменяли масло в вариаторе, поменяли фильтр воздушный. После ремонта автомобиль еще отправится на проверку и регулировку углов сход-развала. На весь ремонт мы потратим 15,5 часов, и сумма ремонта составит 25 610 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Если вы больше хотите узнать о ремонте автомобилей, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за внимание, удачи на дороге.